Сегодня хотела познакомить с таким растением, как бругмансия. Вот такие огромные колокольчики. Бывает разных цветов, от красной до желтой, оранжевой. У меня только розовая и желтая. Вот такие огромные кусты. У нас, к сожалению, бывают морозы довольно-таки сильные, и 7 градусов, даже бывает и 10. Он вообще не выносит заморозков. У него прямо, хоть и стволы одеревеневшие, кора прямо отходит. Ну, то есть до корня вымерзают палочки вот эти вот. А весной с корня новые растут, поэтому у нас цветение получается так поздно. Такой бутон открывается, и здесь они будут нарастать и нарастать теперь, ну, пока не померзнут, так бы, конечно, до бесконечности. Размножается она очень легко черенками, просто сламываете или в землю, или в воду. Укореняла я, то есть ее на улице отламывала и укореняла так черенки. Или вот эти вот даже толстые, вот такие вот, в землю ставила, и они укоренились. Семенами пробовала, какой-то цвет выписывала, покупала. С семенами почему-то не получилось у меня. В этом году пока зацвели желтые, розовых еще нет. Здесь много бутонов, вот. Вот-вот откроются. Ночи уже холодные. И слизни их едят сильно. Семенами красную я ярко-красную выписывала, но ничего не получилось. Не взошло семенами. В последнее время семенами прямо разочаровалась я. Заказывая что-нибудь интересное, в итоге там непонятно что присылают, хотя из таких фирм знаменитых, казалось бы, из интернет-магазинов. Так я 3 года ягоды Годжи растила себе. Вырастила довольно-таки уже здоровый куст, и оказалось, что это инжир. И тупо, по-моему, дичка инжир. И семечки растила. У нас такого добра и хватает, он везде растет. А я его тут культивировала, пока не увидела, что листья отличаются. Ну, вот так вот получилось с семенами. Большой куст. Бутоны. Этот желтый, а этот уже оранжевый яркий. Thank you.